Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболовной ловли. В сегодняшнем выпуске хотел бы рассказать про то, как хранить мотыля. Ну, на самом деле, существует очень много видов хранения. Вот, я использую наиболее, наверное, два самых распространенных. Первый, это самый мой любимый, излюбленный способ хранения мотыля. Это я его помещаю в его естественную среду, то есть в воду. Берется такая банка с водой, где-то 750. И пересыпается туда мотыль. То есть на данный момент я пришел из зоомагазина, купил там, собираюсь на рыбалку, 20 грамм мотыля. Я его перемещаю в банку с водой. Вот. Хранится он в течение 2 недель довольно-таки спокойно и без этого. Без потерь. Вот. Закрываем, убираем в холодильник. На нижнюю полку, на среднюю полку. Вот. Хранится он в таком состоянии до 2 недель. 2-2,5 недели, может и 3. Вот. Убираем его сюда. Это первый способ хранения. Второй способ хранения, это также использую, но реже. Вот убрали, все. Также можно менять воду там с периодичностью раз в 4. Раз в 4 дня где-то воду сливаете, холодную воду заливаете из-под крана. Не кипяченую, то есть сливайте теплую воду, чтобы в теплую не попал, и заливайте холодной. Второй способ, это у нас тряпка, мокрая тряпка. Берете любой полотенце там, или тряпку, отрезок обычной тряпки, пересыпаете его туда, в мокрую, то есть смачиваете ее заранее и выжимаете, хорошо выжимаете. В мокрой тряпке он хранится где-то, ну так, по личному опыту, где-то около недели. То есть нормально, спокойно хранится. Это для ближних рыбалок там буквально там в холодильник убираете, опять же, на нижнюю полку, на среднюю полку хранится. Вот. И третий вариант, который я использую, ну, это когда, допустим, сегодня купил, завтра ехать, я знаю, то, что я весь работаю, он у меня спокойно будет вот, пребывать в своем нормальном свежем виде. Идет на протяжении 2 суток, 2-3 суток. Это в бумагу, то есть в газету. Берете газету и в газету перекладываете, аккуратно сворачиваете, как в магазине его продавцы хранят, где-то ну, 2-3 суток он спокойно выдерживает. Вот далее, утром встали перед рыбалкой, вот как я в воде его храню, грубо говоря, советую приобрести вот такого ситечка мелкое. Вот. Утром выливаете в ситечко, вода сливается, даете слиться. То есть берете дальше, лучше все убрать газету, то есть следующий этап, берете газету, ну или бумагу какую-нибудь обычную, берете бумагу, на бумагу его из сита выкидываете, переворачиваете, стряхиваете, вставляете. Бумага забирает лишнюю влагу, чтобы он у вас на морозе не замерз благополучно. Вот. Бумага забирает влагу, дальше раскладываете его по коробкам, там соответственно запасник рабочую уже. Вот. Перекладывайте в коробку. Можно использовать также для этого вместо бумаги, можно использовать ту же самую хб-шную ткань, любую, там, полотенце какое-нибудь, жалко, какую жена выделит. Вот. Высыпаете его сверху, она впитывает влагу, но бумага лучше забирает влагу и быстрее все это. То есть высыпали, там, пошли зубы почистили, помешали его, потом чайник поставили. Пока чайник кипятится, пока чай пьете, раскидываете его равномерно по бумаге, по листу бумаги, и он впитывает. Вот. В принципе, все. 3 самых распространенных вида, которые вот я использую для хранения. Первый показал, и это самое лучшее для меня, самое оптимальное, дабы не шокировать своих домочадцев, то есть в банку и куда-нибудь в незаметное место, чтобы вы не видели вот, червячков. Вот. Ну, в принципе, все. Все, что я хотел сказать. Всем удачных рыбалок и хвоста на чешуи. Пока-пока.